Сегодня на заседании суда по Руденко прошли прения. Суд выслушал и аргументы обвинения, и позицию защиты. Считаю, что наказание, которое заслуживает Руденко Александр Владимирович, должно быть самым строгим, которое предусмотрено санкцией части 6 статьи 264. А это является 9 лет лишения свободы. Ни тяжкий вред здоровью, ни причинение смерти, ни степень опьянения подсудимого – ничто из этого отягчающими обстоятельствами не стало, поскольку и так входит в состав преступления, то есть прописано в статье. А вот смягчающих обстоятельств адвокат перечислил множество. Несмотря на арест, по его просьбе от его имени на данный момент претерпевшим Федько через его представителя, добровольно при отсутствии исковых требований выплачено 500 тысяч рублей на реабилитацию здоровья потерпевшего. Адвокат нашел еще смягчающие обстоятельства. Руденко совершил преступление средней тяжести впервые. К тому же по неосторожности воспитывает несовершеннолетнюю дочь, да и раскаялся. Но люди, потерявшие близких, такое извинение не приняли, а смягчающие обстоятельства не признали. Вот это показуха. Да, раскаялись. Да нету этого у тебя раскаяния. Смягчение. Я не вижу, какое может быть смягчение. Тебе правосудие и так смягчает. 9 лет же максимум, что за это грозит. А то, что у меня нет ни любимой жены, ни любимой дочери, я не вижу какого-то смягчения. В прениях со стороны обвинения выступал только адвокат, но изредка напоминали о себе и родственники Руденко. Ну какой может быть путь оправдания, когда мы наблюдаем, что пытались выкупить видеозапись ресторана. Это вмешалась гражданская жена Александра Руденко. Она единственная, кто попросил перед пострадавшими прощения на одном из заседаний. Но многие близкие погибших признавались, что поведение родственников Руденко за пределами зала суда совсем иное. Его семья, вы сами видите, какая. Ни мать, ни жена его бывшая. У меня вообще сожаление, сочувствие не вызывает. Главное, на этом заседании обвинение свою меру наказания уже предложило. Стороной обвинения предложено суду назначить наказание подсудимому Руденко по части 6 статьи 264 Уголовного кодекса Российской Федерации в виде 8 лет 11 месяцев лишения свободы с лишением права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортным средством, на срок 3 года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Также пострадавшие уже предъявили ряд исков на общую сумму 51 миллион рублей. Последнее заседание состоится уже 17 апреля. На нем мы узнаем решение суда. Андрей Дриер, Андрей Печоркин. Наши новости.